Делегаты 5-го Всемирного Курултая Башкир от Нидерландов намерены укреплять сотрудничество с Башкортостаном. Об этом они заявили на фольклорном празднике Таратау-Еены, который прошел в Ишимбайском районе в минувшие выходные. У подножия горы Таратау прошло выездное заседание 5-го Всемирного Курултая Башкир. Делегаты из Нидерландов рассказали о том, что бережно хранят историю о знаменитых башкирских отрядах в эпоху наполеоновских войн, известных как «Северные Амуры». Мы, жители Нидерландов, знаем немного о Башкортостане, но в нашей деревне жива память о башкирских воинах, которые пришли в Нидерланды 200 лет назад. Это было во время войны с Наполеоном. Тогда Нидерланды не были отдельной страной, а лишь частью Франции. Башкирские полки первыми форсировали реку Эйсел, построив понтонный мост из лодок, через который быстро переправили коней. Уже через два дня они были в Амстердаме и освободили город от Наполеона. Башкирские войска перешли реку около деревни, где жили мои предки. Для нас очень важно, что они были первыми, кто освободил Амстердам. По сути, Нидерланды были освобождены благодаря усилиям русской армии, куда входили и башкирские казачьи войска. Именно тогда была установлена монархия, государственный строй, который существует до сих пор. Всего в празднике участвовали более 50 тысяч зрителей со всей республики, а также из других регионов России и стран зарубежья. Среди почетных гостей – глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Здесь народ очень похож на народ Донбасса, который тоже является воином, тоже народ-труженик, друзья. Важны и в тяжелые, и в хорошие моменты. И сейчас я абсолютно уверен, что Башкирия и Донбасс – друзья. Для меня сегодня быть с вами здесь – большая честь и большая ответственность. Буквально 6 километров отсюда, в деревеньке, родилась моя мама. В нескольких километрах отсюда, на кладбище, похоронен мой отец и моя мама. И, конечно, для меня это родная земля. Я сделаю все, чтобы мы жили дружно, чтобы мы жили богато. В этот же день состоялось большое театрализованное представление «Наследники сарматов». Праздник Таратау-Еены стал своеобразной демонстрацией культур народов Башкортостана, отметили гости и участники. Знаете, вот это ощущение, которое началось с Сибая, с Российского инвестиционного Сабантуя, потом Авзелиловский район, потом Вена, теперь вот Ишимбайский район. Такое ощущение, что республика начала какую-то некую новую масштабную поступь, направленную на презентацию, на усиление роли Башкортостана как внутри России, так и за пределами Российской Федерации. Мне кажется, это очень мудрая, взвешенная политика Ради Фаридовича Хабирова, направленная на задачи для улучшения экономики Башкортостана, для улучшения культуры Башкортостана. В целом направлена на то, чтобы жители Башкирии жили лучше и были более уверены в своих силах, в своих возможностях. Завершил праздник большое лазерное световое шоу. Проекции в виде национальных символов сменяли друг друга под звуки классической музыки. Гигантским экраном выступила гора Таратау. Вечер продолжили выступления известных артистов.